Ага, сейчас не буду плакать. Не буду я плакать. Каролина. Каролина? Кто придумал имя? Но под оком она Вика или Ира? Ага, сейчас не буду плакать. Не буду я плакать. Каролина, у нас будет серьезный разговор. Я тебе сейчас это записываю. Помни, мы с тобой были парнем и девушкой. Каролина, я тебя люблю как любимого человека. Я ради тебя на все готов. И готов умереть за тебя. А ты? Ты только в своих айфонах сидишь и все. Ты только переписываться можешь. Даже поцеловать меня не можешь. Я могу тебя поцеловать, ты не хочешь. Ты не хочешь. Я однажды хочу тебе подарить кольцо. 18 лет. Ну, у нас не такая любовь. Я хочу тебя любить. А ты? Ну ты боишься, смотри, ты боишься чего? Ты стесняешься меня взять за ручку, стесняешься взять меня, стесняешься поцеловать меня, стесняешься познакомить с моей с твоей мамой. Потом стесняешься мне написать: я тебя очень сильно люблю. Ну и пятое, ты в школе просто меня не замечаешь. Просто и все. Как бы мне это обидно до слез. Просто как бы, Каролина, такая бы любовь была у нас, если мы относились к другому. Мы бы относились к другому хорошо, любимо. Ну, как бы не такая любовь. Давай нормально встречаться, давай любить друг друга. Ну, как бы не такая любовь. Давай нормально встречаться, давай любить друг друга. Ты можешь рассказывать хоть кому, а вот ты можешь хвастаться. Кто тебя тронет, я убью его сам. Кто тебя побьет, если ты хоть слезинку пустишь, я его сразу изобью. Знай это. Так что, Каролина, знай, я всегда буду с тобой. И поверь мне. Так что... Я буду всегда с тобой. Я буду любить тебя, сколько ты захочешь. Я буду любить тебя, сколько я захочу. Так что, Каролина, я тебя очень сильно люблю.